откручивает пробку, знаешь, это был специальный заказ. Еще, говорит, народ, говорит, плохо открывается, что мучается, говорит. Ну, это исторический момент. Да, да, да. По половинке, будет жарко, Леха, ну, я тоже, да. Упьемся, потом это самое не знаем. Ну что, будем чесушки похабные пить? Семену, ну или там? Ты можешь полную наливать. Да, конечно, полную наливать. Да всем полную. Да, он дома. Водички принес, нет? Нет, сейчас принесу. Ой. Так. Сейчас, и как первую пьем, я тоже. Ух ты. Все как КГБ. Блин. Все документирует. Пронумерован. А я какой загорел. А это хороший это что? А я такой загорел. А? Пронумерован. Пронумерован, прошнурован. Ну, мы загорел. Сейчас воды принеси. Да? Воды принеси. Да, запивай. Так. Тебе ему и мне. Тебе надо воды? Можно с вареньем. Мне просто, мне просто. Просто, давайте просто, да. Тогда с Мюром мы болтаем. А я, кстати, подумал, Геннадий. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, слетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Так, Геннадьевич. С ней. Все, все, воды просто, и все. Ага, это Леша? Леша на твою кружку. Ага. Так, это тебе? Потом боится, что французский бацилл там представит. Так, нет, Геннадьевич, подвиньте, пожалуйста, я тоже в кадр хочу. А? Нет, Леша, ты сильно от того из кадра уйдешь. Ты, и примкнувший к ним тиранин. Да. Нет, его не видно, Нет, Леша, ты сюда двигайся, теснее. И среди них ты затерявшийся Георгий. Да. Во, а можно я тоже скажу? Ну давай. Во-первых, со свиданицем, а во-вторых, я хочу сказать вот такой тост. Давайте выпьем за то, чтобы хорошие люди никогда не были друг другу не только врагами, но даже и противниками. Хорошо, согласен. Исторический момент, девочки. Ой, прости, пожалуйста. Давай, вот. Деревня закутка, да? Ну, горошка. Хорошая. Садись, облегчил. Садись, как удобно. Там, кстати, пишут, скажите, когда вы пришли домой. Пускай. Нам бояться нечего. Нам скрывать нечего. Побока, джоба, пишет. Ну, да рассказывай, что вот тут затеяли с книгой какой-то, вот. Хотите что-то спросить его. Спрашивай. Про международный террор он не знает. Про международный террор он не знает. Про французский бардак он знает. Значит.